Жители Усть-Каменогорска идут на участки референдума целыми семьями, и повсюду царит торжественная атмосфера. На участках организаторы стараются создать праздничное настроение для каждого. Музыка, ярмарки, угощения, улыбки. Этот день поистине запомнится казахстанцам, ведь сегодня решается многое для нашей страны. Избиратели с восторгом встречают на участках известных артистов, блогеров, спортсменов и спешат сделать с ними селфи. Появление олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой на участке референдума также стало важным событием. Ольга Рыпакова не пропускает важные для страны события, ведь она придерживается активной позиции не только в спорте. Знаменитая легкоатлетка считает, что будущее – это все мы, и единство, сплоченность народа даст высокий результат уже в ближайшее время. На участке номер 2 в средней школе 47 королеву легкой атлетики радушно встретили и проводили кабинки для голосования. Это такое историческое событие для нашей страны. Если я не ошибаюсь, впервые за 27 лет проводится такой референдум по внесению поправок, изменений в Конституцию. Сегодня такой замечательный день, и участие в референдуме – это право каждого гражданина, и я этим правом с удовольствием воспользовалась. По словам спортсменки, референдум – это уникальное политическое событие, которое, несомненно, является важным для каждого, кто искренне любит свою родину. Анна Цыпова, Мирас Кумаргалиев, Ерсейн Сатыбаев, Алтай Акпарат.